Всем привет, друзья! С вами Болторез. Приключения нашей лисы в космосе продолжаются, и мы выходим на финишную прямую. У Глоу получилось добраться до парковки космопорта, не привлекая внимания охраны. Может быть везение, может быть куратор позаботилась и об этом. Обещанная служебная машина была на месте, полный бак, ключи зажигания. Пока все идет по плану. У нас должно все получиться. Не похоже, что отмотка влияет на меня. Мелкие шрамы и ранки, недавно сломанный коготь. Все такое же, как в день запуска темпорального двигателя. Моя память не подведет меня больше. 1 апреля я пойду в нору через парк, как обычно. Если уже выставлена слежка, то выйти на куратора будет несложно. Но я не могу просто встретить ее на дорожке и начать разговор у всех на виду. Я толком даже и не знаю, что ей сказать. Для начала нужно привлечь мое внимание. Проклятие! Уже? Соберись, думай. Прошу прощения. Глоу неуверенно покидает укрытие и выходит на середину сквера. Позорище. А, что? Кто вы? Мы разве знакомы? Мне нужна твоя помощь. Знаете, тут довольно темно, и я не узнаю ваш голос. Я могу вызвать медицинскую помощь, если вам плохо. Разве тебе сложно просто подойти? Мне нужно поговорить с тобой. Кажется, вы сами не знаете, чего хотите. Мне нужно идти. Разворачивается. Мне придется пропустить прелюдию. Не хочешь по-хорошему? Глоу хватает себя из прошлого за лапу. Отпустите меня, я вас не знаю. Уезжай из города. Немедленно, как можно дальше. Используй только наличные. Отключи телефон. Я отдам вам деньги, все, что есть. Сыканула ты, посмотри. Мне не нужны деньги. Мне нужно, чтобы ты просто выслушала меня. Отцепитесь от меня, помогите кто-нибудь! Черт, нужно что-то сделать, пока не появились сиушники. Что нам сделать? Ну, естественно, ствол достаем, потому что мы знаем эту лисицу, в случае чего она обоссится и все. Заткнись, ты просто не понимаешь, завтра они... Пожалуйста, не надо. Что? Нет, я не собираюсь в тебя стрелять. Это чтобы защитить тебя от них. Проклятие. Глоу, да как ты меня не узнаешь? Вы меня с кем-то путаете. Да посмотри на меня! Я — это ты! Ты что, ослепла? У меня нет иного выхода! Прости, мне придется. Так они не смогут тебя использовать. Все катится в пизду. Теперь все просто, ответ один верный. Прошу, не надо, не стреляйте! Есть контакт! Вспышка боли пронзает плечо Глоу, электрический ток в мгновение парализует ее. Блять, это что, конец? Это плохая концовка? А ну не двигайся! Замри, я сказал! Где контрольный? Что за задержка? Кончай ее! Глоу произносит цифры. Видимо, ей это не помогло. Отвечай! Черт с тобой! Ликвидирую лично. Раздается еще один выстрел, и кто-то глухо падает рядом с Глоу. Угроза нейтрализована. Требуется замена личного состава. Куратор, вам следует увидеть ее лично. Что-то, блять, происходит? Опять на меня пакет надели? Ну и кто же ты такая? Неужели вы тоже меня не узнаете? Глоу? Вздор! Откуда у тебя это оружие? Это ваш пистолет, вы сами отдали мне его. Чтобы ты напала на случайного прохожего в парке? Как ты видишь, мое оружие при мне. Кто тебя нанял? Тебе лучше начать говорить, иначе... Это не случайный прохожий, это была я, Глоу. Ты выбрала худшее время для того, чтобы начать нести бред. Проект упреждения обречен на провал, вам нужно отменить запуск. Вот. Она должна нам поверить. Я вернулась, отмотала время назад из 2051-го. В Сиу есть предатель. Он повредил этот ков. Спрятал меня в больнице. Но, видимо, вы не сдались и спасли меня. То есть еще спасете. 5 апреля следующего года. Замолчи! Что тебе известно про проект? Теперь вы мне верите? Отвечай на мой вопрос, сородич. Я часть последнего теста. Его цель — передача сообщения в прошлое, чтобы вернуться и передать его. Я была в спячке год. Это все? Да. События развивались так быстро. Мы прямо из больницы поехали в космопорт. Мы? Из больницы? 5 апреля 2051-го? Да. Для меня это было как вчера. Ясно. Значит, ты Глоу из будущего. Эта встреча в парке не имеет смысла. Но что ты рассчитывала? У меня не было времени составить план. Как ты оказалась в больнице? Я не знаю, они считали меня ненормальной, я почти ничего не помнила. Почти? Значит, что-то все же помнила. Начало весны. Что я делала, пока летела 3 дня на станцию? 2 недели жизни на ней, сирените, нападение. Враг напал на станцию?
Это были волки? Я не уверена. Последнее, что я помню, как садилась в корабль под звуки тревоги. Пришла в себя уже в больнице. Да, так и есть, я все еще там. Но теперь вам не нужно ждать год, чтобы вытащить меня. Я хочу, чтобы ты послушала меня внимательно и не перебивала. Эксперименты с темпоральным двигателем начинались с попыток отправить простую фазу в прошлое, используя знакомое тебе устройство. Совсем скоро оно отправится с тобой в путешествие. Нет, он же был на станции. Сиренити отдала его мне в последний момент. Я попросила не перебивать. Я совсем запуталась. Тогда замолкни и сосредоточься. Отмотка заработала не сразу. Мы думали, что дело в устройстве или параметрах темпорального двигателя. Сообщение, отправленное из будущего, должно было оказаться на ков в прошлом. Но этого не происходило. В оговоренное время ков всегда был пуст. Тогда ход эксперимента был изменен. Ков проверили только после того, как отмотка прекратилась. В этот раз дата сообщения была ожидаемой. Если все было так чудесно, зачем я вам стала нужна? В качестве следующего шага мы отправили не простое сообщение, а приказ. Вы все-таки решили изменить прошлое? Разумеется, но результаты были противоречивыми. Наши эксперименты с Ков зашли в тупик. Твой полет – попытка доказать, что 10 лет были не потрачены впустую. Что мы действительно можем изменить прошлое, ты бы подтвердила факт успешной отмотки. Смогла бы выделить измененное прошлое по своим воспоминаниям. Но если ты действительно из 2051-го, а твой корабль все еще стоит в космопорте, значит проект действительно провалился. Запуск 3 апреля 50-го отменили. Это невозможно! Я же вылетела в тот день, была на станции. Допустим. Но ты бы не смогла вернуться с нее так быстро. Почему? Это бы заняло всего 3 дня. Ты действительно находилась в сознании в полете. Пилот выводится из спячки только в экстренной ситуации. Спячки? Я перестаю хоть что-то понимать. Станция была построена на значительном удалении от любых границ, если точнее, на расстоянии в 1 световой год от нас с тобой. Твой корабль, конечно, быстрый, но законов физики нарушать не может. Год. Это многое объясняет. Сиренити, нет, все на станции, лгали мне. Мой полет — это просто абсурдный фасад для вашего эксперимента. Именно так. Мы не могли позволить тебе повлиять на его ход. Эксперимент закончен. Что мне теперь делать? Тебе? Ничего. Ты уже сделала все, что должна. Глоу вернулась 31 марта 50-го, захватив Ков из будущего 51-го. Мы даже устроили вечеринку в ее честь. С тортом. Ну, может быть, про торт я приврала. Все прошло по плану. Она даже и не поняла, что произошло. Нет, вы опять меня путаете. Такого не может быть. Я же перед вами. Я и есть Глоу. Она говорила так же. Пусть так. Тогда сколько же Глоу существует сейчас? Глоу, которая вернулась вчера. Глоу, которую похитят завтра, которая ждет вас в больнице. Кто из нас настоящая? Еще ты из будущего. Та, которая все испортила. Не забудь себя посчитать. Ты же так любишь это делать. Я бы ушла на пенсию 4 апреля. Миссия всей моей жизни была бы безупречно выполнена. Отпуск на море. Я действительно этого хотела. Твой рассказ не имеет для меня смысла. Само твое существование невозможно. Оно противоречит естественному порядку вещей. Я должна признать, что утратила контроль над проектом упреждения. Мы не понимаем, как работает эта технология. Твои действия привели к созданию стольких двойников. Возможно, что все больше и больше Глоу будут прибывать в эту точку времени. Все эти лисицы будут пытаться исправить мои ошибки. Но они все подделки по сравнению с тобой. Ты первая в своем роде. Ты настоящая. Ты оригинал. Это звучит странно. Но я знаю, как закончится твоя история. Кажется, я где-то это уже слышала. Ты когда-нибудь ела печенье с предсказанием внутри? Да, но я не верю в предсказания, гороскопы и прочую чушь. Представь, что ты попала под ливень, но осталась сухой, поскольку взяла зонт. Утром, несмотря на прогноз хорошей погоды, ты решила взять его с собой. Добравшись до норы вечером, ты разламываешь печенье с предсказанием. Сегодня стоит захватить зонт. Это простое совпадение. Повтори такое тысячи раз. На каком из них ты начнешь верить, что в кучке бумажек из печенья уже была расписана вся твоя жизнь? Разве это простое совпадение, что ты пытаешься заставить меня сейчас отменить запуск? Допустим, у тебя это вышло, но тогда почему ты стоишь сейчас передо мной? Это что, просто бесконечная петля? Да, и у нас остается только один выход.
Какой же? Сделать это снова. Вместе. Я помогу тебе отмотать еще раз. Я не влияю ни на что. Я просто лакмусовая бумажка в вашем эксперименте. Буду я жива или мертва, что изменится? Кажется, ничего. У вас всегда будет какая-то другая глоу про запас. В этот раз все будет по-другому. Я не буду вмешиваться, ты сама сделаешь выбор. Куратор везет Глоу обратно в космопорт знакомой дорогой. Как и в прошлый раз, она не роняет ни слова весь путь. Лишь изредка ловит взгляд Глоу в зеркале заднего вида. Как тут все запутано, охренеть! Мы приехали. Этот план не сработает. Тебе придется отключить свою голову и принять решение нутром. Не то чтобы ты ее раньше часто использовала. Но если снова ничего не выйдет? Что если все уже действительно предрешено? Глоу, тебе решать, что делать дальше. Что есть провал, а что успех. Я запущу темпоральный двигатель, это займет какое-то время. Мне не послышалось? Глоу? Ни сородич, ни подстилка и даже не безродный мусор? То, что мы делаем, уже не часть проекта упреждения. Последствия непредсказуемы, наказание неминуемо. Я бы не пошла на это ради какой-то лисицы из толпы. Это попытка меня подбодрить? Я знаю, что меня выбрали случайно. Ты сама это скажешь мне в лицо в будущем. Когда ты играешь в рулетку, ты тоже полагаешься только на удачу. Ставить на зеро – странный ход. Но мне с зеро всегда везло, Глоу. Ну и как это мне поможет сделать верный выбор? Ты все еще слушаешь голос разума. Это бесполезно. Не сработало уже дважды. Поднимайся на корабль. Но сейчас-то я уже должна совершить то, что от меня требуется, и принять верное решение. Я запускаю темпоральный двигатель, не обращая внимания на сирену. Использую один из ков, чтобы активировать терминал. Это позволит настроить длительность отмотки. Проклятье! Я понятия не имею, куда мне отмотать. У меня тут небольшие затруднения, так что у тебя есть время подумать. Что происходит? То, что и должно происходить в такой ситуации. Бросай оружие немедленно! Раздается череда выстрелов. Мое нутро говорит мне, что лучше бы я тогда вообще не рождалась. Мне нужно отправить этот корабль прямиком на солнце, где он сгорит в прекрасной ослепительной вспышке. Глоу, не думай о последствиях. Ты сделаешь верный выбор. Я знаю это. Ты ничего обо мне не знаешь. Не хочешь повлиять на мое решение? Весь ваш проект провал. Ты просто взвалила это на меня. Просто признай это. Оперативник тяжело ранен. Повторяю, ранен. Голос куратора прерывается звуками перестрелки. Я признаю это. У нас мало времени. Глоу, пожалуйста. Я не смогу долго... Почему ты не можешь сама сесть в этот проклятый корабль? Глоу. Знаешь, я все же решила. К черту ваши упреждения! К черту ваши проблемы с идиотским печеньем! Глоу вставляет ков в разъем терминала. Прибытие? Чего я хочу? Того, что всегда хотела. Попасть на последний концерт КЛР. Внимание! Превышена рекомендуемая длительность упреждения. Внимание! Необратимая деградация организма пилота. Высокий риск прерывания гибернации пилота. Высокий риск гибели пилота после вывода из гибернации. Подтвердите дату прибытия. А потом пусть хоть все обратится в пепел. Окей, полетели на концерт, я только за. Черт, мне не запустить его без помощи. Уберите лапы с панели, куратор! Все кончено, просто следуй протоколу! Клянусь, я выстрелю в голову, если вы двинетесь. Медики уже в пути. Поздравляю с повышением до оперативника СИУ второго ранга. Опустите пистолет, повторяю, я буду вынужден стрелять. Связь обрывается выстрелом. Мы запускаем темпоральный двигатель. 3, 2, 1, пуск. Что происходит? Где я? Вся приборная панель горит красным, привычной аварийной сирене аккомпанируют звуковые оповещения от неисправных узлов. Куда я вляпалась на этот раз? Пилот, немедленно прекратите снижение. Подтвердите. Глоу, на связи, подтверждаю. Снижение? Я не имею понятия, как управлять этим кораблем. Не могу остановить снижение. Пилот, мы откроем огонь, если вы не сбросите скорость немедленно. Я не пилот, этот корабль управляется в автоматическом режиме. Мне не остановить его, подтвердите. Подтверждаю, мы не можем позволить вам просто упасть на такой скорости. Отключите автопилот или выведите двигатель из строя. Проклятие, да ёбаный ваш хроп! Мы откроем по вам огонь, чтобы минимизировать ущерб от падения. Немедленно подтвердите. Штурвал не сдвинуть с места, я не знаю, как отключить автопилот. Пилот Глоу, мы вышлем ваши останки на родину. Это все, что я могу для вас сделать. Подтвердите. Да нихуя я не буду такое подтверждать. Вы не можете, я не... Кабина растворяется в ослепительной вспышке. Не такого кон... Проснитесь и пойте, Глоу. Проснитесь и пойте.
Где я? Кто вы? Как же больно! Все тело как в огне!» «Это чудо, что вы выжили, и что никто не пострадал от вашей выходки. Я понимаю, вам сейчас не до разговоров, но вы нарушили десяток довольно серьезных законов. Раз вы в сознании, придется отвечать на мои вопросы». Он достает из кармана кителя черный гербовый блокнот. «А что с моим кораблем?» «Утиль. Практически уничтожен. Мы отправили его на экспертизу вашим сородичам. У нас он не числится». «Что? Вы не понимаете?» «Я действительно много чего сейчас не понимаю, Глоу. Например, кто в действительности управлял этим кораблем?» «Глоу, безродная, в данный момент находится в приюте. На другой планете, Е-14. Кто ты такая? Зачем назвала левый идентификатор личности?» «Я понимаю, что это прозвучит как бред, но какой сейчас год?» «Дуру включила. Ну так, прямо сразу. 2039-й, нихуя себе!» «Значит, получилось». «Что получилось?» «Вы же из правоохранительных органов. Я хочу сообщить о предстоящем преступлении. Нет, не просто о преступлении. Теракте». «Это не ответ на мой вопрос». «У нас еще есть время. Целый год. Мы все исправим». Следователь громко ударяет ручкой по блокноту и убирает его. «Довольно! Я вижу, вы не готовы давать показания. Спишем это на травму головы. Я поставлю охрану у палаты. Будем считать это временным заключением. В следующий раз я жду от вас содействия следствию». «Вы можете мне не верить сейчас, но когда поверите, будет слишком поздно». «Твои угрозы смехотворны. Прощай, Глоу». «Блядь, ну мы сделали все, что от нас требовалось». Через неделю следователь снова попытался допросить Глоу. Он не поверил ни единому ее слову. Ни в предстоящий теракт на межпланетном круглом столе, ни в то, что она из далекого 2051-го. «Целый год под волчьим надзором. Если подумать, мне уже не привыкать смиренно ждать неизбежного. В немощи, на чужбине. Проклятие. Я так и не попала на последний концерт КЛР. 3 апреля 2040-го, на следующий, ага». «Глоу!» «Теперь готовы выслушать меня?» «Заткнись!» Следователь ударяет бетонную стену в паре сантиметров от морды Глоу. «Я не доверяю тебе, даже несмотря...» «Теперь вы понимаете, каково это? Вы могли предотвратить катастрофу еще тогда?» «Чушь! Хочешь мое мнение? Это работа ваших радикалов. Ты их сообщник. Была бы моя воля, я бы лично придушил тебя прямо тут». «И что же вас останавливает?» «Командование считает, что ты будешь полезна». «Кому? Чем? Я же просто слабая сумасшедшая лисица!» «Тот корабль — это действительно машина времени. Я не верю в это!» «Это темпоральный двигатель, не машина времени». «Но если это правда, что ты уже изменяла прошлое, то мы совершили чудовищную ошибку, отправив его твоим сородичам. Его необходимо вернуть. Ты вернешь его!» «Я? Да почему же это всегда я?» «Ты рассказывала, что на вашу исследовательскую станцию напали в будущем, 2050-м. Также ты описывала корабль, который преследовал тебя после этого. Это наш корабль». «Я не верю, что по моему описанию можно было сделать такое заключение». «Изоляция, истощение, уничтожение. Это не лисья военная доктрина. Значит, мы уже пытались сделать это своими силами, но провалились». «Что вам от меня надо?» «Тебе предлагают сделку. Все обвинения будут сняты». «Они скоро примут решение о депортации всех лис. Я могу просто дождаться его вступления в силу». «Ты выйдешь отсюда только с волчьим паспортом. Или лапами вперед». «Прекрасно. Очередное предложение, от которого нельзя отказаться». «Все, чего тебе не хватает, навыков и опыта. Пройдешь ускоренное обучение на космофлоте. Получишь лучший корабль во вселенной и вернешь то, что всегда было наше по праву». «Это шутка?» «Причина, по которой вами в будущем не был захвачен темпоральный двигатель, это не тот пилот? А почему у меня это получится, по-вашему?» «У тебя есть невероятное преимущество. Ты уже пережила эти события. Твоему преследователю явно не хватило духа исполнить свой долг. Мы обучим тебя лучше его. Ты завершишь миссию». «Я согласна». «Что? Нельзя же так просто...» «Это моя часть сделки. Я верну вам вашу машину времени. Но с этого момента я не позволю вам использовать и секунды моего времени впустую». «Ты смотри какая! 10 лет обучения и службы, 10 лет отчуждения, ненависти, боли. Все ради одной цели. 10 лет спустя год до нападения. Управлять им, тем самым кораблем, ребята. Быстрейший, мощнейший, единственный такой корабль во всем волчьем флоте. Мой вершитель судеб.
Я не предоставляла инженерам никаких рисунков или схем, но они сделали его таким же, как я его запомнила. Это простое совпадение. Я уже вижу на радаре ее суденышко. Теперь я понимаю, почему оно было такое странное. Его собрали по кускам 10 лет назад, или даже больше. У меня было достаточно времени обдумать все, что произошло. Но я не могу понять, как в 2039-м я оказалась на орбите другой планеты. Даже если я просто материализовалась в кабине из ничего. Как темпоральный двигатель оказался именно в том месте и в то время? Кто доставил его туда? Кто создал? Та Глоу входит в радиус поражения моих орудий. Но еще слишком рано. Она должна привести меня к станции. Там могут быть копии темпоральных двигателей или чертежи прототипов. Лисы не имеют права владеть такой силой. Проклятие. Я что, уже не считаю себя сородичем? Черт, Глоу, ты, конечно, постарела, но не выжила же еще из ума. Соберись, сейчас есть проблема посерьезнее. Мое бездействие может создать парадокс. Та Глоу должна проснуться по пути на станцию минимум 3 раза. Мое командование не сильно заботили такие детали. Путь до станции занимает не 3 дня, а целый год, который я должна была провести в спячке. Это значит, что я не могла очнуться 6 апреля 50-го, как мне объявила Серенити. Она лгала мне с самых первых слов. Они все это делали. Неужели была такая необходимость поддерживать эту иллюзию? Я могла очнуться первый раз в сентябре и ничего бы не поняла. Это часть плана. Использовать меня и выбросить, как лакмусовую бумажку. Что же система примет как экстренную ситуацию и выведет пилота из спячки? Сейчас мы и проверим. Выстрелить в корпус, естественно. Я вот эти вот уже разговоры говорили, ни к чему хорошему не привели, поэтому надо сразу брать на прицел и хуярить. Вспомогательное орудие, минимальная мощность. Щиты должны выдержать. Не выпуская корабль из-под прицела, Глоу делает пару выстрелов. Хорошо, но автопилот этого корыта даже и не уклонился толком. Так, и что у нас по скану жизненных показателей? Сработало! Конечно, это больше походит на реанимацию, чем на пробуждение. Без плага такое было бы невозможно. Теперь ясно, почему мне с каждым разом было все хуже и хуже. День нападения на станцию, 15 августа. Долго же я ждала этого дня. Я еще существую, а значит, избежала парадокса. Та Глоу прибыла на станцию 2 недели назад. Я должна начать атаку сегодня. Так было и тогда. Проклятье! Что в таком случае поменяется? Я заморю ее голодом, она каким-то образом активирует отмотку и избежит гибели. Попадет в больницу, где ей никто не поверит. Куратор, 50-й, парк, неудача, обратно в 39-й. Это должно было быть второй попыткой. Но все просто замкнется петлей. Даже несмотря на это, я не могу отступить. Это мой долг, завершить миссию, захватить темпоральный двигатель или уничтожить его и все, что с ним связано. Мне нравится второй вариант, надо разъебать. Я не хочу исчезнуть. Не хочу создать парадокс. Не хочу, чтобы все, через что я прошла, было впустую. Может быть, я и отматывала время, но это не остановило его ход. Я постарела. Мир изменился. Мне не вернуться назад. Не сделать все, как раньше. Куратор была права. Нет никакого выбора. Все предрешено. Главное орудие. Полная мощность. Ракета с ужасающей точностью проходит по курсу и попадает по реактору станции, пронзая его насквозь. Ну же, шевелись, безродная. Вот еще залп для мотивации. К станции тянутся шлейфы новых ракет. Этого должно быть достаточно. Я должна дать им время подготовиться к запуску, но я хочу услышать ее в последний раз. Хочу призвать ее к ответу. Почему она позволила этому всему произойти? Почему выбрала нам такую судьбу? Прием, Глоу, отвечай немедленно. Я знаю, ты уже на борту. Безродная, ты слышишь меня? Отвечай же. Проклятье. Кажется, Серенити отрубила даже экстренный канал связи. Мы слышим цифры. Глоу, ответь мне, прием, я же слышу тебя. Заканчивай с этой идиотской считалкой. Верни мне тишину. И покой. Глоу обрывает связь. Довольно. Это ничем не отличается от нашей прошлой встречи. Проклятье. Так было странно слышать его. Неужели это мой голос? Нет, это голос ничтожества, не имеющего малейшего понятия о предстоящей борьбе. Тебе не избежать моего гнева, Глоу. Я твоя судьба, суть присяжных и палачи в одном лице. Кто-то там на заднем плане бубнит, какого хуя сейчас мы его отключим, а то отвлекает меня тут.
Ты заплатишь за каждую секунду, которую я потратила на подготовку к этому моменту. Отвергнутый предатель, изгнанный и забытый. Это то будущее, которое ты приготовила для меня. Я избавлю тебя от бремени силы, которое ты даже не можешь осознать. Все будет по-другому в этот раз. Считай это моим прощанием, Глоу. Или даже лучше, обещанием самой себе. Получено достижение. Бесконечность. Поздравляю. 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 Ой, блядь, ну спасибо, все мы так дружно тут собрались. И исследователь меня поздравляет. И еще одна Глоу меня поздравляет. И куратор. От судьбы не уйдешь. Неужели иного выхода нет? Успех операции не всегда обусловлен четким следованием планам. Стоит найти место для импровизации. День возвращения Глоу из будущего. Докладывай. Контакт не подтвержден. Простите за грубость. Но мы действительно считали, что она просто появится в кабине. Из воздуха. Я не могу на это ответить. Проклятие! Данный исход значительно затруднит ход миссии. Но объект не вернулся. Глоу не вернулась, это значит, что миссия продолжится по утвержденному сценарию. Если она не вернулась, значит, что-то помешало ей. Или кто-то. Возможно, даже оперативник СИУ, сомневшийся в успехе проекта упреждения. Конечно, я понимаю. Нет, не понимаешь, щенок. Глоу должна совершить свой полет. Иначе мы сами можем создать парадокс. Все станет ясно только в 52-м. Мы должны получить отчет со станции о том, что запуск темпорального двигателя был успешен. Если мы вообще получим отчет. До тех пор приказываю бросить все усилия, чтобы Глоу села в этот корабль. Выследи и уничтожь предателя. Любой ценой. Изменить судьбу Глоу? Да как бы нет. Я совсем согласен. Что произошло доселе? А можно было изменить, и, наверное, нас бы перекинуло куда-то назад, и можно было бы попробовать что-то изменить. Очень-очень запутанная, но интересная визуальная новелла. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.